Я не хотел бы омрачать ваше такое красивое выступление критикой моих коллег, потому что здесь есть инвесторы, потом они могут подумать им, Лена, у нас плохо. Шанс у всех у нас есть. Нет, не вставай, нас увидит тебя. Я не хочу, чтобы ты это перекрестный огонь попал. Вот я просто хочу сказать, надо найти таких людей, надо их поддержать. В каждом районе это есть. Человеческий фактор, он был и остается. Чудес не бывает, никаких чудес нет. Это каждодневный труд, системная работа. Только других рецептов нет. Ну и, конечно же, к сожалению, я неоднократно Маратович говорю, желание выглядеть благополучно ничего хорошего не кончается. Факты расхождения цифр в отчетности, надои, поголовье, задолженность базарка. Ничего этого, это все как снежный ком, он будет только увеличиваться. Не занимайтесь такими глупостями. Время прошло, когда мы там рисовали какие-то свои отчетные данные. Но мы тоже в районе работали, мы тоже это знаем, как это делается. На сайте, ты без них, Марат Гудович, это, наверное, бельмиди прясы. Марат Гудович, мы же сами работали, тоже. Знаем. Но поверили, это, наверное, бессмелосы. Вообще, не, пишите, даже не смотрят, что пишут. И вообще, у нас другие критерии, эффективность. Вот сколько ты продал продукции? Какую ты доходность получил, сколько ты вот бережливое производство показал, какая эффективность твоей работы. Кенге керексерин ол, сетнерларын, тонынларын агарданнан, ниндер кирин болмасын. Надо работать на результат. Поэтому мы жестко будем пресекать такие проявления, не обижайтесь. К сожалению, эти факты есть. Надо больше вы, Асхат Ахметович, наши прикрепленные есть, давайте немножко это, обращайте внимание. Мнимое благополучие, оно всегда потом вдвойне нам оказывается сложнее.